Аплодируйте, аплодируйте, аплодируйте. Я, так же, как и вы, листаю журнал, меня поразили некоторые интересные моменты в этом журнале. Случались и казусы. Устинов Тигун любил погонять на мотоцикле. Это в год Великой Отечественной войны, когда нужно было фронту все. И случился казус тот, что он сломал ногу. И глава нашего государства сказал, в данной ситуации все ждали, что будет наказание. Он сказал, вам не выделили машину, я распоряжусь. То есть было понятно, что наказание не последует. Очень ценный кадр был наш военмеховец. Поэтому ничто человеческое ему было не чуждо. Но так же, как его наставник любил юмор, и точно так же, как и мы с вами, наверняка любим погонять на мотоцикле. Давайте продолжим наш концерт. Читайте журнал.